сегодня снова 105 по Фаренгейту, и согласно нашим записям, это жарче, чем было в июне. Сейчас 103 градуса и небольшая влажность, но помните, чем горячее воздух, тем больше влаги будет в нем. То есть при 103 градусах влажность в 31% будет ощущаться сильнее, чем, скажем, при 73 градусах. Так что на улице очень жарко. Вот черт. Бигби! Слушай, бро, я знаю, что не похож на человека. Это проблема, я понимаю. Я вышел из квартиры лишь на мгновение. Хотел посмотреть, что устроил этот пьяный урод. Просто закрой на это глаза, ладно? Завтра первым делом я куплю чары. Клянусь. Не стоит раздувать проблему. Я услышал достаточно твоих оправданий. Это неприемлемо. Если у тебя не хватает денег на чары, то ты отправишься на ферму. Все просто. Ты не можешь отослать меня жить к тем животным. Ты знаешь, о чем я. Сходи к ведьме. Купи чары. Бигби, бро, это обдираловка. Качество заклятия падает, а цены только растут. Ты знаешь, сколько денег нужно заплатить, чтобы обеспечить всю семью чарами? Не я устанавливаю правила, прости. Я не могу закрыть на это глаза, жаб. У меня связаны руки. Да, да. Слишком многое на кону. Поверь, чары того стоят. Если увижу тебя без чар, тебе не поздоровится. Ёбаный в рот! Видишь, именно поэтому я тебя и вызвал. Ты будешь просто стоять? Сделай что-нибудь, Бигби! Прежде чем он разрушит это место. Пойду разберусь тогда. Да, пожалуйста. Спасибо. Волосатое чмо. Говорит мне, как тратить деньги. Пап, свет снова мигает. Ну что, хочешь, чтобы тебя забрал серый волк? Нет. Тогда пиздуй внутрь. Знаешь, кто я, блядь, такой? Слышишь? Эй, смотри на меня! Просто прекрати, ладно? Ты пьян! Пусти! Посмотри! Посмотри на меня! Знаешь, кто я, а? Смотри на меня! Отвали! Будь проклята! Теперь ты знаешь, кто я. У тебя что-то на лице. Что ты несешь, тупая пизда? Я убью тебя, бля! Еблан! Так почему ты ее бил? Ну и хули ты тут сделаешь?
Съеби с дороги, а то снова огребешь топором. Дровосек, я разобью твою ебаную рожу. Это факт? Да, это факт. У тебя херовая память, волк. В прошлый раз я показал тебе, кто тут главный. Сейчас все иначе. Успокоился. Ты гребаный мазохист, дровосек. Нахуй. Отвали, засранец. Ну что, все? Хватит драться, как баба. Лучше уходи отсюда. Слушай, я не уйду, пока не получу свое. Ни хера ты не получишь, сука. Я пьет. Убью тебя. Заткнись. Ёбаный пиздец. Ты сломал мне челюсть, ебан. А ты все не заткнешься. Иди нахуй. Что за чертовщина здесь происходит? Выкладывай. Это всего лишь недопонимание, которое превратилось в настоящее шоу. Не волнуйся, ты видел все лучшее. Помолчи лучше, девка. Заканчивай. Слушай, для меня дерьмовая ночка только началась. Я просто хочу забрать свои деньги и уйти. Что ты здесь делаешь? Мои уста закрыты. Почему он тебя бил? Спроси у него. Но сперва хочу спросить тебя. Он спросил, узнаю ли я его, знаю ли, кто он. Я сказала нет. Он начал бить меня. А потом пришел ты и начал бить его. Похоже на правду. Я дровосек, шлюха. Я спас красную шапочку от этого чудовища. Я спорол его брюхо и набил, блядь, камнями. А потом, блядь, бросил его в реку. Вот кто я такой, тупая ты, сука. Эй, что я сказал? Я сказал, будь вежлив, иначе будешь ждать снаружи. Ох, бля. Привет, жаб. Моя машина. Да. Дай мне минуту. Ну да, конечно. Не торопись. Устраивайся. Извини за машину. Мы выпали из окна. Так уж вышло. Я не должен злиться. Я тебя позвал,
И ты пришел. Я не должен злиться. Но даже когда ты помогаешь, то делаешь только хуже, блядь. Ну, по крайней мере, ты, блядь, жив. Хватит страдать хуйней! Я знаю, блядь, что ты там! Покажись, вонючая псина! Я избавлю тебя от страданий! Сраная шапка! Тупая тварь! Выходи, волк! Что ты делаешь? Я беру, что он должен. Ты там в порядке? В смысле, твои глаза и зубы так же не должно быть, верно? Я стараюсь этого избегать. Супер. У него из башки торчит топор. Не думаю, что он почувствует. Это ему от меня. Ему все равно. Убью тебя, ёбаная сука. Давай-ка я помогу. С него хватит. Он же сказание. Сукин сын выдержит. Вот. Спасибо. Так на кого ты работаешь? Мои уста закрыты. Прости. Эй, нравится моя ленточка? Если не ответишь на вопросы, я не смогу помочь. Я отвечаю на них, как могу. Кажется, мы раньше встречались. Наверное, так и есть. Когда-то мы все были знакомы. Но теперь все изменилось. Наверное. Черт. Стой! Нам не нужно усложнять все еще больше. Он тебя ударил? Он должен заплатить. Ему нечем платить, шериф. Проверено. К тому же, я только что воткнула в его голову топор. Мы в расчете. Может, надо было арестовать тебя? Что ж, нападать на тебя я не собираюсь. Так что сейчас твой шанс. Сколько он тебе задолжал? Сотню. Полагаю, ничего хорошего не произойдет, если вернешься ни с чем. Я справлюсь. Посмотрим, сколько. Так, 30, 40, 7, 8, 58. Все, что у меня есть. Это поможет, так? Бери. Не нужно. Я буду в порядке.
Ты и так сделал достаточно. Просто возьми их, ладно? Ты вытащил меня из неприятной ситуации. Спасибо. Ты все еще должна дать показания. Нужно отдать работодателю деньги, что есть. Потом приходи ко мне в офис. Немного поздновато для делового визита. Я загляну к тебе в квартиру. Откуда ты знаешь, где я? Ты живешь в самой маленькой квартире в Вудлендсе. Это знают все. Рад слышать. Приведи себя в порядок. Выглядишь дерьмово. И я не преувеличиваю. Выглядит очень плохо. Ладно, я умоюсь. Поверю, когда увижу. Эй. Мне нужно кое-что сказать. Что? Ты не такой страшный, как все говорят. Увидимся, волк. Роскошные апартаменты. Не стоит им это афишировать.